Здорово! Сегодня у нас наконец-таки наступило 31 декабря. До Нового года осталось совсем чуть-чуть, и в честь этого события я вместе с нашими подписчиками решили снять масштабный видосик. Если говорить кратко, то это будет охота за подарками. У нас будет две команды. Первая команда — это вот такие вот охотники, у них стоят судьи. Всего будет три охотника. А также вторая команда — вот такой вот подарочек. Их будет 8 участников. Ну а теперь я предлагаю познакомиться с некоторыми игроками. Всем здорово, мои любимые подписчики. Поднимайся заново. Поднимайся. Я засыпался. Всем привет, дорогие подписчики канала Cars Out Lovers. Холо-моло, пацаны. Доброго времени суток. Алочки, чуваки. Здравствуйте, жители пустоши. Доброго времени суток. Добрейший вечерочек, уважаемые зрители. Айнара всем. Всем привет, всем торшей и гуслей. Всем привет. Но с остальными участниками этого видоса вы познакомитесь чуть позже. Ну и, конечно же, я не мог забыть про подарки. Если команда охотников выиграет, то есть уничтожит все подарки за определенное количество времени, команда охотников получит призы. Ну а если подарки выиграют, то есть охотники не успеют уничтожить все подарки за определенное количество времени, выжившие подарки получат призы. Ну а теперь давайте посмотрим, что же у нас в итоге получилось. А почему я подарок? Я подарок. Давай попробуем. Давай попробуем. Вот только это. Гений. Красавчик. Гений. Гениус. Погнали их за Данил. На Данил пришлите. Все. Все на Данил. Мне кажется, это он наоборот специально сделал. Да. Вижу одного, вижу. Они сбоку, они справа. Ставьте метки, ставьте. Да, они справа едут. Кокс, у тебя там как дела вообще? А я оторвался. А у меня тут просто толпень целая. Так. А я тут сижу, ничего не делаю. Поехали, Кокс. Они, наверное, вообще в афиге. Они в афиге, наверное, сидят. Я случайно поставил нам подарки. Перепутал чертежи. Они, наверное, этого вообще не ожидали. Просто 7 охотников по всей карте нас пытаются найти. Они, наверное, вообще в афиге. Я не в афиге, наверное, сидят, я случайно поставил. Да, мы в афиге. Режим наблюдения, какая-то фигня начинается там. А почему я слышу оверса, хотя его тут нет? Я тоже. Та же хрень. Это шизофрения. Я не знаю, меня сейчас спалят, не спалят. Ко мне один чел едет, если что. Опа. Хорошо. Птичье молоко такой кал. О, вижу одного. Тихо, не надо, ну пожалуйста, ну что, зачем? Ко мне тут толпа, они по дискорду, смотри, они меня спалили, сразу вся толпа приехала. У меня на хвосте вся абсолютно команда, практически. Я уже вижу, чувствую. Так, они про дискорды между собой, смотрите, общаются. Они все за мной едут, пацаны, это вообще жесть. Беги. Как вам там живется? Беги, глупый. Беги, беги! Куда мне бежать? У меня просто на хвосте, видите, сколько народу. Хамелеон, срочно. Офигеть! Отличный ход, Шарт. Хоть подсказки давайте. Они дают подсказку, мы в шашки играем. С6, все едут С6. Это... На под жопу. А ну иди сюда. А без колёс. Кошек на лампочку, да, на... А без колёс, что я сказал. О, нашёл у меня. Они все за мной едут, они попасть по мне не могут толком. Не стреляй. Они вас спалили? Потому что мы мешаем. Попали, минус колесо. А ё-мо. У меня 37 хп, все, я приехал. Меня сейчас добивают. Просто за мной, сейчас скажу сколько, 5 человек ехало. Я оторвался. Давай, вали от перераб. Они между собой в одном звонке сидят, поэтому они тебя спалят точно сейчас. Вся толпа за тобой уже едет.
Лампочку выбери. Ловерс Б опять все сломал. Вон он, Кокс сидит. Кокс за картой, если что. В смысле? Это как? Лампочка оформляет бегал. А, блин, это я случайно метку поставил. Давай лови, а, выпинай его. Ломай его молотком. Ребята, расстрел. Да, на Коксу что вы делаете? Кокс на С поехал. Расстрел. А Коксу кайфом за картой. Что вы делаете? Все, они завалили последнего. Не выражаться. Так, Кокс, ну, они тебя пока вообще не спалили. Но если, ты понимаешь, они как опустошители, если хоть один тебя увидит, это все, это кранты, за тобой вся команда едет. Да, так они меня сейчас и увидят. Так, ты сейчас мог спалиться, я не понял, они тебя увидели или нет? Так, они вроде не увидели, только вот один почему-то едет именно целенаправленно куда-то в другую сторону. Вали, 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 вали! Подбавь газу! В этот раз мы можем не успеть! Катрин Лекс сейчас на его нашел. D4... H4... H5... О, вы его нашли наконец-то. Yeah. Z1 у него координат. Холдик тоже нашел. Минус колесо. Да. Я совершенно случайно поменял нас местами, нас просто накрыло. Офигеть. Ну, я держался, я считаю, достойно. Вот Кокс что-то под конец нас споткнулся очень быстро. Да, Кокс? Да, было дело. Блин, ну... А давай еще раз. Поехали. Я загружаюсь. Ну, погнали. Ни один подарок не должен выжить, вы это понимаете? Вперед. Конечно. Портик нас не хочет. Ну чё, куда едем? А, едьте, один справа, на С, другой посередине, я буду слева. О, на С-шке кто-то. Так. Я сейчас слева объезжаю. Справа, справа. Да, к нам едут. Мы вообще в капкан едем, алло, люди. Так, у вас сколько? У меня один. Такс. Брателла, иди сюда. Он в пропасть просто грохнулся. Не вайзер, не вайзер. Минус один подарок. У тебя не сколько, вайзер. Лампочка? Тут пеннивайзер. Я свалил одного. Минус. А, ты уронил типа? Вижу, вон там едет, да, вон. Да, я видел. Вон он. Догоняем. Ага. Убегаем, прячемся. Опа. А, ну ты их не видишь! Ну, молодец! Уйди, я тебе прям так покажу, где они! Хорошее место для пряток нашел. Капец, ловит, он лечит по-конкретному. А нахрен вы всех сюда притащили, блин? А, зараза, он сам за мной едет. О, нифига себе, это страшно! Самый хитрый. Ладно, пойду за ловерсом наблюдать. Он грохнулся! А чё в этой катке все падают-то? Еду. О, кросс мазон. Вижу. Так. Кросс музон. Музон, беги! Чувак, беги! Нет, чувак! Не падай! Ничего, у меня радар есть, я их вижу. Я полетел, короче, пацаны. Я тоже вижу. Хорошо стоишь. Так, тихо, углы давай. Я пока что вообще... Тихо. Вижу, вот прямо по курсу. Вот здесь. Сколько? Один был. Я не знаю, куда он заныкался. Где-то здесь должен быть. Куда он делся? Я его только что видел, вообще. Вон, я вижу одного, вон там. Где? Я сейчас поеду. Это он как раз, наверное, и есть, ну-ка. Я перевернулся. Блин. Как только видите, ставьте метку. Чё, не нашел его? Я еще нет. Блин, я вижу, он там где-то. Короче, вы едете туда, я попробую в другую сторону поехать специально. Может быть, мне кто-то наткнется. Они, может быть, просто нас... Не, они налево куда-то уехали. Лампочка, там их не будет. Так, где он? А что если мне вообще... Я вижу одного! Вот, метку поставил.
Я вижу двоих вижу. Вот, Пеннивайзер. Рак, только не грохнись. Что ты делаешь? Ловишь, я же не толкнулся. Рак, извини, пожалуйста, я не хотел. Пеннивайзер, я сам грохнулся, боже, что? Опа-на. А, минус второй. Ты серьезно? Вы его скинули, что ли? На, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет. Да, я скинул. Двоих? Я обоих скинул. У тебя прямо по курсу. Да видит, увидит. Блин, ну как так-то, а? Вот это я косипор, трындец. Вот тут, давай, слева. Красавчик. Ты не умеешь стрелять. У него хамелеона больше нету. Капец, как мы так вообще умудрились? Там еще Дисакир сверху сидит. Да. Я видел. Давай, скидывай его. Ну, мне кажется, он один в три не спросит. Минус один кто-то. Уже один в два. Парень был из тех, кто просто любит жизнь. Вот это я не вовремя повернул, прям на него. Пеннивайзер, прячься за провозиком, что ты уехал. Вон, справа, он пошел. Только что видел, справа, вон. Вон, я вижу, да. Ты к нему едешь, вон он, ровно справа. Давай. У нас полторы минуты еще есть. Куда он опять делся, я не вижу его. Слушайте, токсичные чуваки, кто в доту играет? Нет. Слева. Да. Налево, по-моему, уехал. Опять нету. Да куда он делся-то, ё-моё? Вот не знаю, лампочка меня видит или нет. Не видит. Я после этого либо в рандом, либо пойду в КС солью стрелять. Солью? Нет, давай тогда в рандом. Давай в рандом. Он вообще противоположную сторону поехал. Я вообще никого не вижу. Не люблю, когда они так ныкаются. Но я помню то, что Пеннивайзер я без инвизика оставил. Все, короче, в этой катке охотники проиграли. Ну ладно, пацаны, погнали в последнюю каточку на сегодня. Они к нам прям на перерез едут. Да. Не пихай. Не надо. Пацаны, что вы все за мной-то едете? Вот, писался. Так надо, ради баланса вселенной. Не хотят попасть на видео. Да, ради баланса вселенной. За раком уже двое. Бедолагу сейчас убьют. На поле смотри, не упади. Пятый рак. Все, рак без задних ног. Это жестко. Ура, победа. Ну, Воловерс, какой у тебя план интересный. Нет, я прям... Я грохнулся, ё-моё. Подёныш. Убегай. Я прям перед охотником грохнулся, вы представляете? Убегай, пройди меня. Лампочка, кринчу его. О, да, не все, надо. Тут от лампочки только патрон остался. А, я тебя вижу. Я тебя вижу. Оп. Да тут еще я один вон стоишь, возьми его, пожалуйста. Время хоть будет. А я вообще застрял, пацаны. Ну, я не могу хорошо выехать. Если что, инвиз прожимает. Ого. В смысле, кто застрял там, где? Вот я метку поставил, я вот здесь вот заехал и застрял. Тут охотник, если что, рядом, поэтому аккуратно. Одного мой, да, уже разобрали. Меня разобрали. Это жестко. Нихера себе, пирорабтор как спрятался. Тихо, охотник едет. Так его не взрывает, не понял. А ты не думаешь, что одно неверное движение, и ты на минах взлетишь? Аккуратно, он... Ну-ка, я толкни взлетаю. Меня, толкни. Хотя не, в каком-то плане это гениальная идея. Ё-моё. Ну да, охотник, если заедет... А не, я тебя что-то толкнуть даже не могу. Да, его подарил. С другой стороны, если охотник подъедет, типа, сбоку и выстрелит, то он его отдачей на мины аккуратно толкнет. Аккуратно, едет, да. Тимур. Он нас не спалил вроде. То что за нычка такая? Да я застрял, я в любом случае отсюда выехать не смогу, но нычка топовая. Да.
Столкни его, реплей. Почти, почти. Ну, давай на колеса. Ну! Да ё-моё, почему там крат не работает? Какая замечательная тут колесо. Вставай, вставай. Нет, мы его потеряли. Охотник, если что, охотник едет прямо к тебе, аккуратно. Опа. Вот он. Вот он бежит, вот он бежит, вот он бежит, вот он бежит. Сладенький подарок. Хорошо. Двое остались. Блин, ну, ко мне едет охотник, мне сейчас... У вас есть два хорошо спрятанных игрока. Хорошо, ты спрятался, Ловер. Да, они хорошо спрятаны. Ненадолго, один правда, давай убегай. Стоит на минах, один стоит на... Залезь обратно на своё место, Ловер. Сейчас, 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 я не могу, они меня спалят сразу. Ну не перепрактируй. Да ты едешь. Не знаю, ну в принципе я сейчас не могу. Ловер спас всё, и я доволен собой. Скинь его. Ловер ушёл с нормального места. А нет. Нормального места. Пиромана поймали. В смысле, он не заметил? Он не заметил меня. Ловер сзади могут появиться. Да я вижу их по радарам. Пирораптор гений. Нормально стреляет по остовчикам. О, ББ. Кажется, сейчас уже пеннивайзер как-то придумает, как попасть. А, да зачем ты двинулся? О, зря. Если бы ты не двинулся, то все было бы классно. Да, не переворачивайся, чувак, не надо, не надо, не переворачивайся так. Я последний остался. Да, ты последний остался, 30 секунд, живи давай. Я из последних сил держусь, пацаны. Просто доживи. Кто сдохнет, это врага. Если подъедет вплотную... Один сдох, один из охотников сдох. А как он, а как вы его взорвали-то? Он на мины заехал. Да, он на мины заехал, там был звук. Пацаны, это реально походу победа сейчас будет, смотрите. Они меня не успеют. Прям на мины. Ну-ка. Инвизка, иди в последние 5 секунд. Инвиз, все, инвиз, пацаны, все, все, все. Он прям у меня проехал с утра, он не увидел меня. Денис, блин. Победа. Есть, победа, пацаны, я просто... Я всю катку в одном месте сидел просто, это вообще имбанычка. Меня никто не спалил. Итак, мы решили вас поздравить с Новым Годом, начинает первый лоу-поле. Итак, лоу-поле, что ты нам пожелаешь? О, мне выпала такая честь первым начать. Ну, что ж, я не особо умею всех поздравлять, но для меня Новый Год — это довольно знаковое событие, поэтому хотелось бы, естественно, поздравить наших всех дорогих игроков, особенно от своего лица как волонтера проекта. И я очень сильно надеюсь, что в следующем году нас ждут большие улучшения во всех аспектах игры. Всех поздравляю с Новым Годом, желаю удачи, здоровья, чтобы попадались нормальные тиммейты, чтобы игра не лагала, чтобы сервера не лагали. Всех с Новым Годом. Спасибо, Пирораптор. Всего-всего хорошего. Всех поздравляю с 2054 годом, чтобы вы попали в алмаз, чтобы вас радовал рандом и не бесили никакие там анскиллы. И чтобы вы доносили в красавт больше и с каждым годом все больше. С Новым годом. А, да, всем ку, с днём рождения. Занавыш. В общем, желаю здоровья, счастья и денег на донаты. Всем удачи. С днем рождения. Так, следующий R4S Play Go. Ну, можно не так официально, можно просто Rusplay. В общем, с Новым годом, с этим замечательным днем, как сказал наш один человек. Вот. Хотелось бы поздравить всех игроков с Новым годом, пожелать, чтобы у всех... Чтобы у всех были хорошие победные каточки, побольше адекватных хороших тиммейтов было. Ну и, собственно говоря, пожелать всем гусениц, ташей и миниганов. С Новым годом! Спасибо. Кросс Музон. Для меня огромная честь
сниматься в данном видео со своим любимым ютубером. Желаю, чтобы у всех было побольше счастья в этой жизни, чтобы денег было в достатке и семья здоровая. Всех с Новым годом, с новым 2024 годом. Вакава. Да просто с Новым годом, что тут еще говорить? С Новым годом, выжившие! Желаю вам вкусного оливье и побед в конкурсах Ловерса. Кира Куин. Во-первых, поздравляю всех с наступающей Новой годой. Во-вторых, чуваки, не болейте, это не круто. Желаю, чтобы у всех были деньги на все. Деньги были всегда, деньги были везде. И самое главное, чтобы у вас были хорошие тиммейты и вы были в престижном клане. Лампочка! О, всем... Всем привет! С Новым годом, с наступающим 2025, 2025... Куда? Короче... Что здесь происходит? С Новым годом, с новым счастьем и с новыми играми. С новым донатом. Куда вы лампочку забрали? Вы что творите вообще? Что происходит? Я не понимаю! Ну, от себя я хочу пожелать всем, конечно же, хорошего настроения и приятно встретить Новый год в кругу близких вам людей. Ну, надеюсь, этот видосик вам понравился, потому что над его съемкой, монтажом я запарился и потратил очень много времени. Надеюсь, все-таки это было не зря. Ну, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока!